Чуть более 4000 ям на дорогах и дворовых территориях будет отремонтировано в этом году в Серпухове. Подрядные организации продолжают свою работу. Где идет ремонт и где он планируется, расскажем прямо сейчас. В Серпухове самый разгар ямочного ремонта дорог и дворовых территорий. Работы идут полным ходом. С начала благоустроительного сезона было устранено порядка 1500 выбоин. Сотрудники комбината благоустройства обрабатывают ямы и трещины пневматическими отбойными молотками и фрезой. На этот год запланирован комплексный ремонт дворовых территорий 32 объекта. И вот в рамках ямочного ремонта там тоже будет более 500 ям сделано. В эти дни работы по ямочному ремонту на дорогах ведутся на улице Советской, а по дворовым территориям – на улицах Декабристов, дом 1, Химиков 18 и Пушкина 41. Помимо этих адресов планируется в самое ближайшее время начать работы и в территориальных отделах. Около 9 адресов – это поселок Пролетарский, потому что была большая проблема. Поселок Пролетарский, много тоже многоквартирных домов. И асфальтовое покрытие оставляет желать лучшего. Также будут, конечно, работы и в Большевике производиться, работы в Липецке где-то будут производиться. Чтобы отслеживать состояние объектов, выявлять повреждения и проводить работы по их устранению, специалисты ежедневно совершают объезд территорий. Информацию об обнаруженных дефектах дорожного или тротуарного полотна вносят в единую базу. Каждую яму фотографируют, указывают ее размеры. Особое внимание также уделяется и обращениям жителей, в том числе поступившим через портал «Добродел» или в Центр управления регионом. Работы по ликвидациям ям на дорогах планируют завершить до 1 июля, а в дворовых территориях – до 31 августа.